В июле в полицию с заявлениями обратились двое жителей Волгоградской области. Потерпевшие рассказали, что на сайте объявления они нашли предложение о продаже крупного рогатого скота по низкой цене. В переписке с продавцом выяснялось, что он распродает свой скот в связи с прекращением фермерской деятельности. Из-за высокого спроса покупателям предлагалось сразу перевести задаток и только после этого приехать за животными в Михайловский район. Поверив, жители Волгоградской области перевели деньги мошеннику. Один – 30 тысяч, а второй – 17 тысяч рублей. После оплаты покупатели направились по координатам, которые им указал продавец. Но никакого фермерского хозяйства по адресу не было. Координаты привели их в поле. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый житель Екатеринбурга. Для задержания преступника волгоградские полицейские отправились в Екатеринбург, после чего доставили фигуранта в отдел МВД России по городу Михайловке. В ходе обыска у подозреваемого изъяты мобильный телефон и ноутбук, используемые при совершении преступлений. По обоим фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество. Сейчас задержанный заключен под стражу, а полицейские устанавливают обстоятельства преступлений.